Здравствуйте! Давайте сегодня поговорим о бабушках и дедушках, и о мамах и папах, и о семье, в которой есть маленькие дети. Какая должна быть иерархия в этой семье? Кто должен воспитывать ребенка? Как должны складываться отношения уже взрослых детей, которые стали мамой и папой, со своими родителями, то есть бабушкой и дедушкой? Давайте обратимся к Ветхому Завету, к Священному Писанию, где и можно понять, какая же семья, да, имеет преимущество. Вот семья, в которой ребенок вырос, да, уже взрослый ребенок, или семья, которую он создал, да, его жена. И, в общем, мы находим очень быстро, да, это самое понимание, кто же в семье главный. Оставить человек отца и матерь и прилепиться к жене, и да будут два в плоть едину. Таким образом, получается, что новая семья, которую создает уже выросший ребенок, уже взрослый человек, имеет преимущество над той семьей, в которой он вырос. Таким образом, получается, что человек, который создал семью, имеет своего ребенка, имеет полное право воспитывать ребенка так, как он считает нужным. Потому что мама и папа несут ответственность за ребенка перед Богом, перед государством. Да, и получается, что бабушка и дедушка не имеют таких прав, да, принимать какие-то серьезные важные решения в отношении ребенка, если только не возникла какая-то серьезная жизненная необходимость в этом, или если мама и папа добровольно не делегировали им эти полномочия. Что же происходит на самом деле? Зачастую происходит следующее, что бабушка и дедушка так долго ждут внуков. И когда, в общем-то, на свет появляются эти самые внуки, то бабушки и дедушки так с душой отдаются им, и так хотят быть полезными, и так хотят поделиться своим жизненным опытом, что иногда не дают возможность молодым родителям пройти свой жизненный путь, свой родительский путь, да, приобрести свой опыт, свой личный опыт. И происходит зачастую так, что чаще всего бабушки, ну, иногда и дедушки, да, очень активно живут жизнью своих взрослых детей. Они пытаются не просто помочь в уходе за внуками и внучками, но порой пытаются учить родителей, как правильно, как неправильно детей воспитывать, чем их правильно кормить, в чем правильно гулять. Да, одно дело, если эти советы, они, их немного, и они достаточно деликатны, и мама готова к ним прислушаться, отдав дань уважения своей маме или своей свекрови, у которой был родительский опыт, да, и которая действительно может быть более опытна в каких-то вопросах. А другое дело, если об этом не просят молодые родители, если бабушка активно вживается и, да, не просто в роль бабушки, а уже в роль мамы, да, и мама стоит где-то рядышком, иногда приходишь в детскую поликлинику, увидишь, что на приеме бабушка и мама молодая, и там мамы практически нет, мама стоит в сторонке, а в основном все делает за нее бабушка. Да, правильно ли это вопрос? А как же быть, если родители видят, что вот в их семье происходит что-то подобное, если у них действительно бабушка или дедушка переходит те самые границы и не дает возможности им, как родителям, принимать решения, связанные с ребенком? Как быть, как не обидеть? Потому что очень часто в семье происходят конфликты на эту тему, когда бабушка, да, в какую-то ситуацию активно встревает, активно учит, родители ей противодействуют, говорят, не вмешивайся, это наш ребенок, мы сами разберемся. Да, как же поступить в этой ситуации? Я бы сказала, что давайте в любой ситуации использовать активно я-сообщение. Что такое я-сообщение? Я-сообщение, когда я начинаю фразу с того, что для меня важно, что я чувствую, что может быть чувствует этот человек. Я ему не тыкаю, я не говорю, ты знаешь, мне не нравится, да, прекрати, да, ты меня не учи. А я говорю, я понимаю, что тебе хочется помочь. Да, я не обесцениваю то, что он делает сразу, а я
пытаясь разглядеть в его действиях, в его словах все-таки желание позаботиться, да, желание помочь, искреннее желание. И тогда я готова это оценить и признать, и сказать, что я ценю то, что ты делаешь, если это мама, например, или то, что вы делаете, если это свекровь. Да, для меня это очень важно и очень ценно, для нас это очень ценно, для нашей семьи. Но все-таки мы родители, и мы вправе принимать решения, да, и в этой ситуации мы сами готовы справиться с этой ситуацией, нам помощь не требуется. Если она нам будет нужна, мы обязательно об этом скажем. Да, то есть вот примерно выстраивая таким образом речь, мы не отталкиваем бабушку и дедушку, мы отдаем им дань уважения, да, что они действительно могли бы поделиться своим опытом, они очень хотят, но при этом мы ставим определенные рамки, определенные границы и показываем им, кто же все-таки ответственен за жизнь и здоровье ребенка. Спасибо.